Давайте встанем в круг. Зажигательный танец от детей и их родителей. А во главе ЁЖ, талисман баскетбольного клуба «Химки». Во Дворце культуры «Родина» провели семейную игровую программу. Для юных химчан подготовили конкурсы и спортивные состязания. Например, целый турнир по забрасыванию мяча в кольцо. Победителям – футболки баскетбольного клуба, мячи, шарфы и магниты. Мы с детьми повеселились, попили чай с баранками и еще выиграли призы, блокноты и вот такой вот шарф. Это за первое место. Вот. Теперь буду носить его. Танцы, игры и, конечно, угощения. Довольными ушли не только дети, но и их родители. Программу посетили несколько десятков человек.